Рад вас видеть. Неплохо мы прокатились. Берхтесгаден, у фюрера там логово. Ваш звездный час, капитан Джефферсон. Мой звездный час приходит, когда я мочу нацистов. К тому же эти ублюдки повесили Вермеера рядом с Валкенбургом. И то из Голландии. Но из разных столетий, Майнфройнд. Оливье, работа в Нойшванштайне помогла найти более 6000 произведений, похищенных из частных коллекций во Франции. Нацисты так многого нас лишили. Наш долг — вернуть все картины. А как забыть про Меркерскую шахту? Да-да, я знаю, что сделал, но не жду похвалы. Я скорее застрелюсь, чем снова стану рисковать ради тебя своей задницей. Оно того не стоит. Я учту. Возвращаемся к Миттенбергу и нынешней операции. Доктор Фишер. 10 дней назад пришло досье. Материалы, тайно переданные молодым австрийским ученым, переосмыслившим происходящее. В них указано положение секретного бункера, где доктор Страуб и полковник Рихтер собирают некоторые особые предметы. То, что они нашли, используется для какого-то эксперимента. Ты не знаешь, с чем мы столкнемся, не правда ли? Ваша задача — забрать реликвию. Остальное предоставьте нам. Мне кажется, или мы слегка опоздали на праздник. Я на такое не подписывался. Как и все мы. Но мы здесь. И у вас, как и у меня, есть задание. Найти и спасти ученого, который рискнул жизнью, чтобы добыть для нас эти сведения. Клауса Фишера, моего брата. Я антиквар, дорогуша, а не спасатель. Удачи. Что за черт? Говорил, дело тухлое! Ростен говорил! Что это за тварь? Дростен! Оливия! Джефферсон! О, черт! Что это? Клаус упоминал странное устройство. Оно исцелило раны. Солдат. Он не мог быть живым. Я запомнила эту ферму. Она называется Гростен. Я почти что в городе. Опять искалеченные солдаты. Нацисты использовали энергию мертвых, чтобы открыть тайник с оружием. Как умно. What?
Иди ты. Видно, они атакуют группами. Каждая группа все больше. Город уже близко. Надеюсь, остальные уже там. Милостивый Боже, надеюсь, Клаус жив. Братец, я иду.